Привет, зрители, подписчики канала на YouTube. Итак, у нас сегодня пятница, время около 9 утра, и мы отправляемся с Владиком в школу. Так, ночь у нас сегодня прошла просто ужасно. Илья сегодня вообще, причем не Вероника, а именно Илья сегодня спал очень неспокойно, просто ужасно. Полночи, да, головобродил, то плакал, то что-то непонятно что вообще. Всех с ним поразбудил, и Владика, и потому Сережу. Он не спал с тобой, это он спал со мной. Это просто я к тебе положила его уже ненадолго. Его. Понятно. Да, потому что он, просто я боялась, что он разбудит Веронику. А ты будешь здороваться? Всем привет. Да, всем привет. Вот, мы сейчас направляемся в школу. На улице у нас так вот мрачно, холодно, замерзаем, скажем так. Нет, хорошо сегодня на улице. Вроде бы с утреца шел дождик, а сейчас вроде дождя нету. Ну, прохладненько, прохладненько. Я вижу. Я вижу. Вот. Поэтому уже спешим, опаздываем в школу. Папа наш спит, тоже лег поздно, вот. Ночь толком не спавшая, поэтому идем в школу, увидимся чуть попозже. Всё, да, Владик? Да. 1 сентября нам к 10 часам на линейку, будет у нас один урок. Первый Б. Первый Б класс у Владика, да? Да. Вот, 2 сентября у нас уже будет 3 урока. Как бы будет один урок, да? Ладно, повернись, кстати. 1 да. сентября, да, знакомство, как бы урок знаний, скажем так. Угу. Вот, а уже 2 сентября у нас будет 3 урока, да, Владень? Да. Да, уже 3 урока будет. И ну там, как бы, они такие легенькие, как я поняла, потому что там только пенал надо, карандаши, цветные. Ну, такого ничего серьезного, пока первую недельку у них не будет. Будут знакомиться с школой, привыкать. Я хотела вам показать вот такое вот строительство у нас идет во дворе. Помните, я, если кто-то смотрел ролики предыдущие, когда я была на собрании, ну вот, не знаю, когда это было. А, справки, наверное, я приносила в школу. Снимала, что здесь будет строиться детский сад. Ну вот, он уже растет всем в темпе, причем уже второй этаж делают. Но, честно, я немножко не понимаю, как это будет все выглядеть, потому что места здесь вообще нету. Вот, считаю, вот школьный двор огородили, хотя раньше он был намного больше. Машина-то, бог с ними, машины сюда уедут. Но факт того, то, что вот детский сад будет, и где там будет место для детской площадки, для детских площадок, вообще не понимаю. Даже не знаю я. Школа прямо в упор. Детский сад в упор, и еще детская площадка, еще и здесь должна быть школьная площадка по-хорошему. Должны они отделать. Потому что здесь раньше именно была школьная площадка такая хорошая. Мы здесь занимались физкультурой, бегали. Так. Сейчас мы направляемся, наверное, получим Вероникин полюс. Если я, честно, я не помню, взяла ли с собой временный полюс ее. А потом уже пойдем дальше по делам. Вот, увидимся немножечко попозже. Там у нас находится где стоматология, где женская консультация была. И вот наша новая пятерочка. Завтра открытие. Вот так вот она выглядит. Пятерочка универсам. Теперь наша бабушка будет работать здесь, в этом магазине. Ну, такой. Так, друзья, объемный магазин. Красиво сделали все. Тут еще вот доделывают немножечко. Вот. Вот так вот это все выглядит. Ну, красиво. Нет, красиво, красиво сделали. По сравнению с той пятерочкой, конечно, намного красиво сделали, да, Владик? Да. Тут люди доделывают что-то. Ну да, только единственное, конечно, что большой минус, это то, что пятерочка, Дикси и Люмар. Они прямо вот вообще все в одной куче сбиты. Смысла немножко этого не понимаю. Вот, мусорки устанавливают везде. О, мусорка пятерочка. Видишь? Ага.
Вот. Сегодня наши бабушки выходной, должна, по идее, прийти к нам, как вчера сказала. Вот. Сейчас направляемся за полюсом. Кстати, у меня порвалась моя сумка. И оторвалась там ремеш на ремешке, да? Как она... Конечно, сделать ее уже нельзя. Придется покупать новую сумку. Это очень огорчает немножечко. Можно ее просто скотчем приклеить. Да, конечно, со скотчем я буду ходить. Правда, что умный ты у меня ребенок, Владик, вообще. Ну что, расскажи свои впечатления. Понравилась учительница? Я хочу быстрее учиться все 10 классов. Нет, ну такая ученица милая, потому что я тоже ее первый раз видела, когда было... Стой. Когда было собрание, я как раз этот день рожала, естественно. Я на него не была, и потом ученица тоже с ней увидела первый раз только. Вот. Конечно, у нас сейчас запланировано еще много дел, да? Да. Так, проходим. Сейчас потом получим полюс, потом отправимся в Сбербанк. Нам надо кое-что узнать по поводу чека. И потом уже увидимся. Вот. Ладно, пойдем, увидимся немножко попозже. Спортом, как я говорила вчера, что пойдем записываться с Владиком. Точнее, сначала узнаем, какие есть кружки именно здесь, в секции. Вот. И, о, господи. И пойдем уже, если что-то нам понравится, то обязательно запишемся, да, Владик? Да. Так, вот. Так, мы вылезли, заходим. Надеюсь, тут можно снимать. Выглядит. Даже цвета нет. Кубки. О, вот сколько кубков всяких различных. Обалдеть можно. Так. Ну да, все, кто выигрывает. Пойдем. А вот зауч. Заучка. Нет зауча, да? Так, да, сейчас зайдем. Да, с трибунами там вверху. Делали. Там какой-то вход на второй этаж тоже. Там сюда мне даже не знаю, что находится, кстати. Вот. И вот такой вот зал. Да, мы записали Владика и в самбо, да, и в футбол. Вот, очень хорошо. Надеюсь, ему понравится все. Не знаю. Не знаю, слышно меня, не слышно, просто громко говорить не буду, потому что, сами понимаете. Я тихенько решила. Вот так это все выглядит. Так, ну все, пойдем. Пойдем. Раздевалка. И идем на выход. Всякие стенды с фотографиями. Награды. Видишь, какой кубок большой. Футбольный клуб Калуга. Видишь, как красота какая. Старый фактум Спартака. Красота, конечно, красота. Так, ну все, пойдем, да? Поправь шапочку на ушко. Я доволен. Сейчас доволен. Сейчас папа звонил, пока мы там писали заявление. Что-то он не настроение, Илюша поспать не дал и ночь, и утром мы вот такого вот ушли, он сразу подхватился. Не, ну он поднялся, мы даже еще не уходили, он поднялся, но вроде как... Ладь, мы еще не тут, мы еще в магазин. Вот. Показывай нам, не бегай. Вот, потому что поднялся в туалет, пописать в туалет стал, потом вроде бы молока ему надо было дать. И, короче, в итоге он больше не улегся. Я думала, что пьет молочка и заснет, а он ни в какую, да? Да. Вот, и папа с ним там воюет. И Вероника тоже там проснулась, что-то пищит, Сережка сказал. Ах, детки.
Ветерочек прохладный дует, однако, конечно, сегодня. Так, ну все, мы идем сейчас в магазин на Пятерочку. Зайдем узнаем насчет голени. Привезли, не привезли. Пойдем, зайчик. Подготовка к 9 сентября, к дню города. Все убирают, все выгребают, косят траву. Вот. Короче, идем в Пятерочку, потом идем в соцзащиту, да? Да, и в принципе мы уже потом, наверное, домой, да, сразу. Да. Поэтому снимать больше не будем. Увидимся уже. Значит, на улице снимать больше не будем, увидимся уже дома. Всем привет, зрители, подписчики канала на Ютубе. Я с вами здороваюсь первый раз. Татьяна уже снимала, да. Вот, дело в том, что действительно полтора, и действительно не было времени снять, потому что. То Илюшу надо было накормить, то Веронику накормить. Папка была один с детками. Да, я был один с детками, вот. И потом Вероника заснула немножко, потом Илюша заснул, кстати, да, сейчас немножко. Да, покушал кашку, папа тебе делал. Вот, действительно, не было возможности снять, вот. Потом пришла Татьяна, потом смотрели квартиру. Короче, так вот скомканно все было, да? Да, оформили документы на землю, все сделали, сдали бумаги. Да. Просто 10 октября нам идти в администрацию города, смотреть предлагаемые нам земли. 10 октября? Да. Понятно. Хорошо, посмотрим. Что? А, зонтики, да, там дождь, да, погода, да, конечно. Из, надо до сих пор посмотреть. Защиты, да, и сейчас идет дождь. Ладно, и сейчас идет дождик, капает, так что такая погода. То солнце, то дождь, то сегодня. Вот. А мы смотрим елки 2. Елки 2. Да, елки 2. Да. Дошел, я купил коллекцию брянские из трех фильмов. Вот. Платиночка Граники на крещение. А, да, на крещение. Знаешь что? Короче, зашли мы в него. Я говорю, дайте мне, пожалуйста, говорю, это платиночка для крещения. Угу. Она мне дает очень такой кувери. Да, было. Я говорю, нет, говорю, не надо, не такое же. А она такая, ну, ну да, в принципе, все равно все ими пользуются, в принципе, после крещения, как бы этими полотенцами. Ну, конечно, хорошо, у меня два одинаковых, ну, да, два одинаковых девочки, будет. Мальчика, да. Нет, так дело не пойдет. Да, и другое, я, да? Пришла, нет, пришлось брать без крестиков, правда. Без крестиков? Да, ну, они тоже они только белые такие, с крестами. Ну, ничего страшного, купила с крестами, без крестов, точнее, и одну полотенцу в церковь. Сейчас поем баньки, да? А поздоровался? А, Илья, ты сегодня не здоровался, ты заснул, да, ну-ка. Всем привет, говори. А? Всем вот так вот, оп, всем, да, и все. Ну, у нас, естественно, да. Отличился своим, да, поведением. Спал плохо очень, и не дал никому выспаться. Не дал выспаться сегодня. Я пришла с такой надеждой, потому что сейчас его сейчас спать положим, и я спать. Так, чайник. Ладочка, сынок, чайник, а так. Ты учил? А вот, да, пойду сейчас сделаю кофейку, и уже... Буду укладывать еще немножко поспать Илюшу, потому что действительно он не выспался. И погода такая, так, еще на... сами хрубает. Я сейчас тоже, если у вот. Нас на не положите спать, ляжем. Да? Если если на не положу, да, то она тоже что-то как-то вообще нет, не собирается, по-моему. Да, да. Да, крестить тебя будем, лапка. Да. Вот. Ну ладно, уже увидимся в течение дня. Вот. Мы немножечко поспали, точнее, Илюша поспал. Илюша поспал все, да, сдулся, все, выкидывать его надо. Точнее, Илюша поспал хорошо. Теперь я как бы опять ночник колобродил бы мне. Нет, ну как, он в общей сложности, наверное, 3,5 часа он поспал сегодня, там 3. Все, да, все, в мусорку надо выкинуть, да? Вот, Сережа с Ладиком ходили в парикмахерскую, точнее, Сережа водил Владика, он хотел сам постричься, и Владика, ну что-то, наверное, там он не постригся, да, Владика постригли, да, Владик, на... иди нам покажи новую свою стрижку, вот, к нам приезжал дедушка, Владюш, зайчик, покажи, вот такой у нас, ну, Владик, бери руки, а то не видно ж ничего, вот такой у нас Владик стриженный, обстриженный, да, встань, хорошо. Вот такой вот мальчик, красавчик. Все, к школе мы готовы, да? Да. Нет, еще не готовы, но осталось... Цветы! За... Ну, цветы-то мы купим в воскресенье, а завтра, если у меня будет возможность вырваться между готовкой... Выкинул?
Да, молодец. Мы сбегаем, купим, ну или в воскресенье даже, наверное, сбегаем, купим сменную обувь Владику. Ты там еще не купили. Да. Все, мама сняла с днем рождения, да? А то завтра же у Вероники крестьбины, а у нас все день рождения висит, да? Да, мама сняла все. Сейчас тоже там сняла, где паутины, где были в углах, во всех пролезла. Вот. Сейчас немножечко помету, просто полас и все. Все, да, сняла мама, все. Шар у нас мы сдули. Да, все. А то он уже совсем был никакой. Некрасиво висел, да? Уже все сам сдулся. Долго провисел на шар, да? Хороший шар был, да? Шар, да. Веронику уложили спать с горем пополам, покормили, накормили ее, покачали и заснула наша Вероника. Завтра, да, Илюша? То есть, Илюша, стол, стол. Что там? Ну, мы же показали, что уже сняли, да? Это у нас папа сбил своим звонком, позвонил. Бабушка пришла наша. Вот. И Вероника наша подхватилась уже. Вот так уложили ее, она уже вот она опять подхватилась, деловуха эта, клехтуха. Вот, приезжал папа, привез нам тут картошки, морковки, свеклы, господи, всяких тут помидоров, огурцов, перцев, лук, чеснок. Кочунова сегодня что привез, вот, подарил нам уже подарочек Веронике завтра, за крестьбины, да. Киса наша сидит, Мурыса, да? Кошка сидит, да? А Илья мамину сумку разбирает. Ну, правда, она уже все, и гамон, ее можно на выброс. Поэтому дала Илье покопаться. А вот это трогать не надо, мама это еще не вытащила оттуда. Ой, животик, мама у нас целый день не спит. Кривляется, орет, пищит. Целый день у нас вот такой вот. Вот. Ну все, ладно, увидимся немножечко попозже. Итак, мы сейчас на кухне. Владик занимается, переписывает текст. Переписал, да? Ну-ка, кот Пушок, да? Да. У Маши кот, кот Пушок. Маша налила коту молока, но кот Пушок сыт, он спит. Так, хорошо. Отлично, так это здесь все правильно. Так, ну прочитай, что здесь сам. Прочитай. Да. А Илюша кушает маршмелло. У Маши кот, кот Пушок. Маша налила коту молока, но кот Пушок сыт, он спит. Молодец. Так, и последнее на сегодня мы липу. Вот. Любка. Такой вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь строчек. Здесь у нас было. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На одну больше. Вот, занимайся. Потому что сегодня Владик был с мамой. Ходил везде. Сегодня занятий не было. Обед, да? Так, что? Илюша копается в Ютубе, в телефоне уже, везде. Он еще знает, где Ютуб, да? Да, ну там лежал. Ну, да. Так, слышишь? Котика. Владик, нет, ты сейчас напиши вот это вот. Клипу пиши последнее. Так, тебе не хватит здесь места? Здесь вот пиши. Слышишь? Вот так вот. По этой строчке, чтобы хватило места. Так, у нас там бабушка. Вот была Вероника. Сейчас Вероника кушает. Татьяна ушла. Ой, магазин. Я тоже, соответственно, с магазина был, полную сумку припер. С Владиком ходил постригаться. Владик постригся, сам нет, потому что слишком много народу было по записи. Был небольшой коридорчик. Я, ладно, говорю, постригите Владика, тем более ему в школу. Я еще неделю покажу так, на следующих выходных постригусь. Сейчас поставили яички уже на два салата. И варится картошечка. В мундирах картошечка на оливье. Да, на оливье. Сегодня сделаем оливье с вечера. Вот, и, в принципе, все. Что там? Так, Владик, давай-ка, не обращай внимания на Илюшу, он так и будет сидеть и мешать. Давай, пиши. Давай, как удар тебе дал? Вот так вот. Липа. Давай, пиши про липу. Так, давай. Вот, а Илюша он и будет. Так, Илья, иди-ка в зал лучше посмотри, а Владику не мешай.
Айвер. Друг за другом ходят, бегают. Вот, да, кстати, сегодня на ужин с Татьяной попробуем. Купила кашку. Домашние гарниры, гречка с грибами. Тут два пакета по 150 грамм. От Увелки, говорят, тоже вкусная. Вот, ну мы один пакетик на двоих посмотрим, сколько это выйдет. Тут просто пакетик засыпается и варится в течение 15 минут, просто как каша уже, соответственно. А, ну и добавляется немножко ложка столового, по-моему, растительного масла, да, нанесли лучше. Вот. Что еще? Завтра, так, звонили всех уже, кто придет завтра, родственников. Давай, тут все, Илюша, короче, не слышно ничего. Так, Илья, выключай. Да не слышно ничего, как я говорю, да? Вот. И уже остальные будем готовить, в принципе, все завтра. Там, в принципе, особо сложностей нет, кроме вот оливье. Ну и завтра голень, завтра тоже самое с утра мы все это дело все затушим. В духовочке будем делать толченочку. Вот такие общие дела. Вот ладно, будем заниматься. Сейчас я Илью все-таки отсюда провожу. Я ходила в магазин сейчас, покупала колготки завтра под платье в церковь. Вот, погодка у нас распогодилась, выглянуло солнышко, лил дождь, вот буквально недавно, сейчас такое вот солнышко на небе, за домом не видно, там, за домом светло, хорошо, даже стало бы тепло, далеко не холодно на улице, вот, сейчас направляюсь уже домой, там поставила яички вариться на салатик, картошку на оливье сегодня сделаю с вечера. Бабушка Сити Вероника, папа там тоже занимается делами по дому, с детками, может быть, что-нибудь снимают, не знаю. Вот такая погода, довольно-таки хорошо. Кстати, сдали квартиру. Очень удачно сдали квартиру, просто повезло, последние дни месяца сразу так резко позвонили, и все, сразу мы въезжаем, там прекрасно, просто замечательно, тем более то, что нам надо, человеку надо ненадолго квартира, как раз пока мы ищем покупателей, человек будет в ней жить, скажем так, и нам удобно, и ему хорошо. Вот. Иду уже ближе к дому, подхожу. Что-то я вообще устала ужасно, сил нету, спать хочу. Не тоже устала, я ничего такого не делала, в принципе. Но на фоне того, что не выспалась, естественно, ужасно хочется спать. Ай, еще попробую перейти дорогу. У нас здесь пешехода нету. Пешеходник только там в начале и вон там вот в конце улицы. Не улица, а там вот где-то перекресток, красный магазин стоит. Поэтому... О, парочка. Вот. Ну все, короче, я подхожу к дому. Увидимся попозже. Итак, что? Как обычно, мы заканчиваем наш сегодняшний влог. Да, уже все помылись, все в постельке. Так, да, бабушка нам принесла, бабушка он там тоже. Всем пока, будет говорить? Пьет кофе. Всем пока, пока. Помыли, да? Вон лялька наш уже все снились, не колпачок, наверное. Все, помыли, а завтра будем то же самое окунать. Такую другую водичку, да, святую. Вот такой костюмчик бабушка дала нашей ляльке. Завтра мы ее оденем, да? Это как бы, я не знаю, передничек, да? Ну, это когда кушать. Ну да, сахар, спайс. Так, бодик. Бодик и штанишки такие, да, ползуночки сделаны. Да, вот так. Ну, завтра крестильный, ну. Ну, а что мы завтра оденем? Не, ну, вот за стол просто. За стол, я ж не говорю, что на крестины. Что вы? Крестины, я знаю, что крестины. Это все увидите, конечно. Так, Илья, не прыгай, все. Илюша. Вот Человек-паук, да. Вот. Ну что, вот так у нас сегодня денек, в принципе. Покушали, помыли сейчас всех, да? Да, к нам заехал квартирант. Смешно, наверное, уже, но... Вот, ну, вроде такой человек тоже сам, как бы, из Москвы, да, кто говорил, да? Он даже не из Москвы.
Ну, далеко. Ну, просто командировочный, как бы, да. Что? Что? А, сняли твою с днем рождения. Улетел самолет, да? Улетел самолет. Да, до следующего года. Или уже переживает. Стол завтра будем ставить, да, стол. Вот, самолет. Да, улетел самолет. Вот, да, далеко. Так, сейчас будем ложиться спать, и завтра у нас насыщенный денек. Всех уже обзвонили, все уже знают. И начнем снимать с самого утра завтра на УЗИ. 8 часам. Тихо, Илья. Илья, нельзя прыгать, пожалуйста, нельзя. Все, аккуратно. Вот, 8 часам на УЗИ, а потом... Уже будем делать своими делами. Салатик мы уже почти сделали, оливье. Фактически. Да, оливье я почти сделала. Да, так что такие вот дела. Так, все, давай, говорим пока. Вот так вот. Владик. Всем пока. Всем пока. Всем приятного просмотра, всем пока. Пока-пока. 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 И кто сейчас ложит спать, всем... Да, бабушка уходит тоже домой, тоже Зара. Да, 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 поедет с нами. Храм. Да, так, ну все, ладно, подписывайтесь на канал, оставляем комментарии, ставим лайки, лайки кому что нравится. Всем до встречи, всем пока. Завтра суббота, Зара и Кристина. Увидимся.